Перед вами жуткий хищник, правда, совсем крохотный. По ненасытности малютка-землеройка не знает себе равных. Пища у нее усваивается моментально из-за быстрого обмена веществ. Поэтому землеройка должна питаться чуть ли не каждые полчаса. С яростным остервенением она набрасывается на любую добычу, будь то насекомое или даже мелкая рептилия. Размеры жертвы не имеют значения.